Камасутра все-таки пособие для мужчин. Доказывает, что как бы женщина ни изворачивалась, ни выкручивалась, засунуть все равно можно. И нужно всовывать в чаечку. Ребята, всем здорово, Саныч на связи, Васих. Очень рад приветствовать у себя на канале. В принципе, она права. Какой бы женщина была, не была бы строптивой, там как бы можно найти к ней подход, да, вот, и все-таки ее чпокнуть. Но вопрос, надо ли тебе это, если есть гораздо-гораздо сговорчивее чаечки, в принципе, которые могут нас еще и сами... Тебе это все предложить, блин, да? А ты будешь заодно какой-то вот такой вот возомнивший о себе, хрен знает что, чаечкой ходить, бегать, да, выпрашивать, блин, вынюхивать, а ну дай, нахрен тебе это все надо. Миллионы чаечек с прекрасными крылышками летают по планете, которых ты можешь, в принципе, так скажем, оперить своим вниманием, заботой и чпоком.